щит попадаем, не перестреливаем, давай по-честному. Ты видел ли? Понизу, да. Сказали не перестреливать. Да хлопка. Попадаешь в щит и все, и не перестреливаешь. Я ты фантазер, блядь. Угоди, стой, дай сначала я. Чик. А теперь говна в комментариях насыпят. Ружье-то, а? Да, ружье. Это дай я тебе как его, сейчас твое, ты помнишь, ты там показывал, кто там что делает? Здорово, мужики! Финал подходит к концу. Самый интересный тест и самый интересный обзор уже в этот понедельник, который будет впереди. По мне, так победитель уже понятен. Я думаю, 200 ты вообще не попадешь. Вот сейчас что-то щелкнуло, пойдем по повороту. Да, и до этого так щелкнуло. Какие прогнозы? Что сейчас опять он бруствер за... С чатом. Что там за собой идешь, бублишь, как старый дед. В центре! Сегодня пятница, поэтому если вы смотрите это видео, ну там, в субботу, воскресенье, это значит ждите, подпишитесь на канал и ждите в понедельник выхода в 5 часов по московскому. Да, я тоже из МРК попробую. Да, поле во третьем. Да нет, ты кривой. Блин, у тебя поудобнее, Андрюх. Для людей сделано. Я пойду один посмотрю, ладно? Давай. Серый. Ну. А если вы смотрите уже на следующей неделе, то переходите в видео на канале, найдите выпуск и посмотрите его полностью, потому что речь пойдет о стрельбе на 200 метров из 12 калибра с замером проникающей способности пули. Не попал. Промах. Хера ему толстый стрелял. Вот здесь, кстати, ссылка для тех, кто впервые настолько увидел, где мы отстреливали в течение 2 месяца 25 видов пуль, выбрали самые точные и кучные. И уже в финале проверяли их проникающую способность. Радостный бежи. Попал, что ли? Я вот точно в белую в центр. Наковырял, наверное, дырку-то. Точнее, ты не попадешь. Потому что это все ровно. Центр. 200 метров, мужики. МР-155 против Бинелли. Не пропустить. Срок. 200 метров. Есть. Ты видел бы свое лицо.